Международная федерация бобслея и скелетона говорили, что оснований для переноса соревнований чемпионата мира из Сочи нет. Через сутки было принято совершенно другое решение. Поэтому то, что сегодня не звучит, не означает, что это не будет принято решение. То есть вопрос не закрыт, но еще раз повторюсь, мы пока никаких официальных заявлений и решений по чемпионату мира, по ориентированию, ну и в целом по универсиаду, безусловно, не получали. Понятно, что сейчас основным поводом, а не причиной, именно поводом являются вот эти самые доклады ВАДА. Конечно же, к универсиаде, к совершенно другой организации они отношения никакого не имеют. Однако мы можем ожидать от своих коллег за рубежом всего чего угодно, потому что понимаем, что реальная причина совершенно в другом. Провокации продолжаются. То есть я считаю, что это политическая провокация. Значит, и никогда бы просто, если бы не было каких-то подоплек политических, никогда бы спортсмены там буквально накануне чемпионата мира вдруг бы приняли такое там решение. Потому что все готовятся, значит, все настроены на спортивную борьбу, а не на политическую.